Всем большой привет! У меня сегодня очень-очень много работы. Вот так вот отдохнешь и работу видишь. А если до этого, точнее, работа появилась, и еще плюс ко всему работу новую увидим. Девчонки побежали, мне здесь помогли, прибрались, убрались. Валера тоже поехал. Должен подъехать. Не знаю, когда мы все это успеем. Сейчас тоже с Валерой разговаривала. Я говорю: Валер, уже неделю отпуска прошла. Уже первый месяц прошел. Июнь. Конец июня, 30 июня. А у нас-то ничего, никаких продвижений. Все будет, Алвина, все будет. Посмотрим. Полоть мне надо. Убираться мне надо. Во дворе. Дома-то ладно, сейчас я постирала, достирала наконец-таки. Сейчас хочу поесть. Ногти уже решила не делать. Думаю, ладно, до конца их там добью. Главное не сломать. А то когда вот так вот нарощенные, очень даже больно. Покупала селедку в соусе унаги. Очень-очень вкусная. Вот сейчас хочу перекусить и идти работать. А то опять я уже пошла, уже все руки грязные. Думаю, нет, Алвина, остановись, поешь, полить. Все полить надо. Вроде бы здесь был дождик, но что-то все сухое. Смотрю, некоторые цветочки даже головы склонили, непонятно. И вот поэтому сегодня еще поливать надо будет. И Валера, я хотела как раз бочку набрать воды, которая в огороде стоит. А Валера говорит: Алвин, не надо, что-то мы ее установили. Видимо, ветер сильный вот этот. Она немножко то ли наклонилась, то ли что. В общем, говорит, как раз сейчас польешь, вылишь эту воду, и мы с тобой поставим ее хорошо. Не знаю, я говорю, наверное, из-за ветра сильного. Там, где теплица стоит, видимо, как сквозняком мощным таким проходит. Сегодня на улице также ветер бешеный, 20 градусов. На солнце хорошо. Вот самый самолет в огороде работать. И вот поэтому я думаю, нет, чего ждать. Сейчас пойду, пока прохладненько, пока хорошо. А уже потом жара начнется, ничего делать неохота будет. Ну просто потом, все потом льется. Такая жара. И вот 30 градусов обещают, ну не знаю. И вот поэтому думаю, сейчас кровь из носа, пойду. Сейчас так что едим. И вперед из песни, как говорится. Взяла AirPods. У меня здесь кроссовки. Я тогда переодевала после последнего раза в огороде. Что-то они все грязные. Ай, ладно, в тапках буду. Я в носках выхожу сейчас. В носках. Взяла AirPods. Сейчас буду слушать музыку, полоть. У меня все ягоды в колючках. Вот я уже два раза полола. Сейчас опять. 25. Огурцы закрыла, но что-то у меня тут весь парник от ветра. Весь вот такой вот. Ладно. Березка. Ромашки вообще. Ромашки обалденные. Такие. Я очень обожаю ромашки. Это мой... А вот это еще лечебная ромашка, видите? Она еще лечебная. Можно собрать, в принципе, и заваривать, пить от кашля, от всего. Кстати, можно. Вот у меня на участке очень хорошо вот эта ромашка растет. Я от нее избавляюсь, но иногда вот так вот, наверное, я ее оставлю полюбоваться. Люблю просто, обожаю ромашки. Еще, все, здесь тоже у меня была ромашка. Валера ее ликвидировал. Нету ромашки. А что говорит, нормально же бочка стоит. Как стоял, вроде так и стоит. Не знаю, что Валере не понравилось. Почему ему не понравилось? Все же хорошо вроде бы. Редиска. Редиску тоже все убрать надо. У меня здесь петрушка всходит. Я ее потом сюда пересажу. Вот она у меня. И лук-батон сейчас я сюда тоже посажу. Помидоры у меня молодцы. Все молодцы. Листочки так и скручиваются. Я мел не купила. Но я смотрю, томаты формируются. Все, в принципе, с ними хорошо. Нижние листья, вот единственные, их, наверное, я срежу, и все, верхние-то тоже нормальные, кроме у этого томата. Вот он растет. Томатов нормально. Поливать надо. Видите, что творится, что происходит. Сейчас я вас полю, мой физалис. С утра заходила, только вот это было. Огурцы опять собирать надо.
Ладно, все, не буду болтать, буду работать. Так, сейчас я шланг протяну. Скоро будем еще чеснок убирать. Все убирать. Сейчас воды, воды. Сегодня жары такой нету. Сейчас еще вот эту дверь открою. Воды такой нету. Ой, жары такой нету. Что говорю, сама не знаю, что говорю. Здесь Валера скосил, в общем, дело выше крыши. Малинка тут у нас вкусненькая, малиночка. Ой, мы любим малину. Я ее замораживаю, собираю, набираю. И здесь еще очень много новых. Их тоже вот как-то здесь тоже прополоть. В общем, я не знаю, когда я сегодня отсюда освобожусь. Взяла малину, прям с клопом съела. Вот малина вкусна, но вот эти клопы так раздражают на малине. Даже если один посидел там на ней, такой вкус неприятный. Так, сейчас вот так. Жуки, что у нас тут жуки? Жуки чуть-чуть некоторые сидят, кстати, те, которые у меня были жуки на картошке. Нету их. А вот, видимо, новые вылупились. Вижу маленькие, красненькие. Тоже вот ветер закончится, надо будет обязательно их опрыскать. Нормально, все хорошо. Здесь у меня трава. Все в траве. Ужас. Ужас. Помидоры у меня везде еще. Вот здесь мы разбирали, здесь кое-какие корзины. Но я их оставлю, эти корзины. Потому что я только в этом году лук не сажала. Следующий и последующий-то я лук тоже буду сажать. Мне корзины будут нужны. Но чтобы их отсюда не убирать, потом осенью мы в теплицу все уберем. Лейки, ведра, в общем, все будет в теплице находиться. Так, включаем, врубаем водичку и бежим, 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 чтобы она у нас все нормально. Вон у меня даже лебеда бедненькая засохла. Пить, пить, пить. А вода-то вообще ни разу не теплая. У нас ночью холодно было довольно. Главное, чтобы воды мне хватило. Ладно, если что, из бассейна возьму. Так, первым делом сейчас я вот это, что тут уже голову склонили, полью. Потому что не знаю, хватит мне воды или не хватит. Я уже, наверное, знаете, ну, когда мы уехали? Мы уехали в понедельник, сегодня у нас воскресенье, неделю не поливала. Ну, погода, потому что была прохладная, здесь тоже было холодно. И вот уже здесь не выдерживают растения, совсем, говорит, ты пропала. Мы так хорошо растем, такая мощь, вон что ветер. Ой, нет, сейчас вот продует, и я закрою, наверное. Форточки открыты. Возняк очень сильный получается. Очень сильный. И здесь у меня помидорки. Сейчас все полью. Вот смотрю, помидоры все формируются, все кисти хорошие. То есть единственное, вот видите, уже какая-то помидорка. Помидорки начали лопаться. Видимо, потому что воды не хватает. Вот так вот отдыхать. Тут вот либо ты отдыхаешь, куда-то уезжаешь, все бросаешь, а потом приезжаешь, и вот что происходит. А если бы на неделю, здесь вообще бы жуть, наверное, что было. А кого-то просить лишний раз тоже не хочется. Ну, как бы людей напрягать, да, здесь сами вон с огородом соседка, она как бы после суток работает. А тут еще со своим огородом. Мы уже сначала думали, когда мы поедем в Дагестан, думали, если что, буду просить племянницу, чтобы она приезжала и поливала. Она же теперь Катюша у нас. Может, на электричке? Так. Что-то мне вот это вообще не нравится. Ветер такой, сквозняк. Дверь туда-сюда, туда-сюда. Сейчас сломается, походу. Сейчас вырыт, мне кажется. Смотрите, что. Ой.
Вон она. Видите, как? С глазняком. Раз. Мне кажется, вырвет, ее лучше закрыть. Сейчас я вот сюда вот так помидоры брошу. Вот так. Нет, надо куда-нибудь, наверное, вот сюда. И сейчас я закрою, а то очень сильно. Мне кажется, ее сейчас вырвет, а Лера меня потом убьет. Скажет, ты что мне работу прибавляешь? Все прополола. Морковку, свеклу здесь прополола. Ну вот еще Валера не докосил, но уже в чесноке прополю тогда, когда чеснок будем убирать. Я здесь оставила стрелочки, они уже вот-вот скоро поднимутся, чтобы не... А когда уже поднимутся, тогда я начну убирать чеснок. Здесь трава была, я всю ее собрала граблями и занесла в помидоры. Помидоры замульчировала. Столик здесь тоже прибрала, убрала. Валере говорю, Валер, давай куда-нибудь вот это определим, тоже мне не нравится то, что он здесь стоит. И пересадила из навоза вот сюда вот эту вот кустовую иву, потому что там ей, видимо, в жаре плохо. У меня вот там навоз был, я хотела ее пересадить, то есть я ее посадила, а потом думала осенью, когда сажала, уже пересажу, куда мне нужно. И вот решила сюда посадить, здесь будет красиво, здесь пире, листочки похожи. Поэтому решила здесь. Загородила, у меня сломалась. Забор этот уже сломанный, им уже много лет. Поэтому загородила, чтобы Валера случайно не зацепил. Ну и девчонки тоже не ходили. А здесь в тенечке будет хорошо. Дождик поливает, будет отлично, потому что она быстро разрастается. Я посадила там, где Зевс у меня, такая же кустовая ива. Она прям хорошо сейчас подросла, такая прям... Кустик уже хороший. А это распустилось и замедлилось. То есть вот, и решила сюда ее посадить. И пусть она уже здесь сама развивается, как ей надо. Так, Валера в теплице был. Был в теплице. Ух, ветер. Даже не знаю, слышно или не слышно. Вот. Делает тросик. Да? Трос, да? Вот я собрала, она уже подсохла, вот эту вот. Я на свинокосе была, в общем. Получается? Ну, не знаю, что-то получается. Что-то получается? Да, сейчас здесь помощь нужна. Что сделать? Подержать? Да, сейчас я посмотрю, как лучше. А чего дверь открылась? Я же ее это... Там ее не вырвала дверь? Вырвала? В смысле, дверь закрыта была? Да. Я ее открыл. С той стороны мне пройти? Нет, сейчас, подожди. Посмотрю здесь, как лучше натянуть. Если это висит старое, я не могу это. Может, две сделать? Хочу проверить просто. Вот здесь тоже я все прибрала. Корзины оставила, их занесем. Валера здесь скосил. Я граблями проходила. Сейчас, наверное, тоже граблями это соберу, потому что трава высокая. Здесь оставила укроп, помидор. И укропчик тоже пусть подрастет. Мы сейчас с Валерой очень-очень много работы сделали. Еще вот здесь вот разобрать банки. Тут мои склянки, здесь мои. Тоже все разобрать. Здесь мы навели порядок. Здесь... Прибрали, убрали, что нужно, выбросили. Что не нужно, точнее, выбросили, что нужно, оставили. Что-то там еще будет Валера, там металлолом, все дела. Вот это все разгребать надо будет. Сейчас решили поджечь. Секатор. А? Секатор. Ну, это Йошта. Йошта? Да. Она не колючая. А? Ну, толстую-то я не могу сломать. А ты секатором, да, Йошту рубил? Конечно. Удобно, да? Конечно, да. А эту доску ты откуда будешь взяла? Вон оттуда. А, это у нас, это все. Да, и решили поджечь. Ветер уже закончился. И вот надо будет еще подмести, вымести. Я здесь один раз подмела. Девчонок, вам говорю, давайте плитку очищи это. Убирайте траву. Какую не смогут убрать. Уже я от сорняков побрызгаю. А то Валера скосил. Какие-то скосил.
И еще раз здесь надо будет подмести. А вот здесь куча лежит. То, что нужно будет выбросить. Вот отсюда тоже все убрали, все прибрали. В общем, мы молодцы. Так, метелка мне нужна. Нужна метелка, чтобы там подмести еще. Вот давайте, чтобы каждую травиночку, каждую соринку. То потом здесь тротуарную плитку купим, тоже будем укладывать. Все это надо будет убирать, прибирать. Да, Валерий Александрович? У нас уже закат. Я поставила светильники, но вижу то, что не все горят. Видимо, надо будет хорошо их протереть, помыть. Одни хорошо горят. Возможно, солнышки хорошо зарядились. Я сейчас все подметала. Даже траву подмела. И, кстати, намного чище стало. Вот здесь тоже все убрали. Сейчас вспышку включу. Вспышка не очень помогает. Вот здесь, в общем, у меня тоже солнышки. Вот так вот выглядит. Плохо еще пока светит, не до конца зарядились. Вот еще кое-какие вот эти, они горели, когда я их проверяла. А вот эти как-то их протирать надо, тоже очень плохо. Вот она, актриса, пришла, увидела. Но некоторые светятся уже хорошо. Все, настроили? Да, не слышала. Вообще нормально качает. Сейчас, ух. Валера, сабвуфер. Поставим. Кстати, Валера умеет ставить, настраивать. Если вдруг кому-то надо, обращайтесь. И проводить проводку, да. И проводку Валера умеет, музыку подключать Валера умеет. Ну все, настроил его? Хорошо. Ну. О, колодки заиграли он. Да. А, те, да? Да. Такая клумба. Я говорю, конечно, я добавил, они заиграли у тебя. Он светится, видишь? Да. Эти. Да. Да, да. Прикольно. Мне вообще нравятся такие. Мне тоже. Бомбу будущее. Запустили работягу. Сработает, у нас да. Ужин. Да. Поздний. Поздний ужин. Ты тогда стану отрезать не буду? Или отрезать? Нет. Салатик хочется. Вкусненький. Завтра что это такое головоломка? Ужастик? Мультик. Мультик, это не ужастик. В смысле, ты не помнишь? Mm-mm. Там брызгливость. Радость, брезгливость, страх, печаль. Я не знаю такое. Вот это. В смысле, мам, ты а не что там такого интересного? Ну, то, что там девочка, она родилась и... У нее все вот эти эмоции, это радость там, ага. И они там это, шарик такой, угу. И внутри, где их шарики, угу. Они передают радость, страх. Угу. Там у них, а зачем ты говоришь можно? Ну я не знаю, где посмотреть. В Ютубе нету. А я откуда знаю? Я тоже не знаю. Вот. Надо в Гугле, наверное, посмотреть. Загуглить. Сейчас. Да? На Ютубе есть головоломки. Ну, мы сегодня очень много сделали работы, да? Да. Огород пропалола. Там мы прибрались. Я даже вымела везде. Весь огород. Весь огород, говорю, весь двор. Намного чище, да? Потому что граблями пылесос работает, не буду выключать, сейчас он сам уже доедет. Потому что граблями, когда собираешь, у тебя как-то мелко получается траву косить. Как так мелко получается траву косить, то что невозможно граблями? Ну, лески косили. От лески? Я просто много это, туда-сюда, чтобы ее не собирать. Потому что она очень мелкая и невозможно... Граблями да. Собрать. И вот сейчас я вымела вот этой метлой. Ну, ну там аж чище стало, да? Ага. Намного-намного чище. Ой. Летает. Летает. Салатик. Когда уже помидоры наши будут, да? Скоро даже нет.
А когда я буду сбивать? Я говорю, мама, что у меня помидоры не краснеют? Они говорят, еще растут. Да? Ну а черри-то? Почему черри-то не спеют? Я уже хочу помидорку оттуда попробовать. Да? Угу. Огурцы растут, перцы растут. Надо перчик будет сорвать. Кстати, те первые, чтобы дальше пошло. А-а-а. Тебе нужна ложка, да? Ну да. Я заняла. Сейчас будем кушать. Ванну там поставила и уже это спать. Сегодня у меня короткий влог. Рабочий день. Да, рабочий много день. Много работали. Да, зато до этого, кто, если вдруг другие не досмотрели, есть шанс досмотреть, потому что... Пересмотреть. Да, либо пересмотреть, потому что отдыхать надо, а то мы столько энергии, да? Ну, отдохнули, да? Отдохнувшие вообще. Кстати, вот эти вкусные багеты, и мне нравится то, что они маленькие, потому что большой покупаешь, он засыхает, а маленькие удобно. Он засыхает, не успеваешь съедать. В микроволновке греешь, тоже хорошо, когда в микроволновке. Он первый раз еще мягкий становится, а дальше опять 25. Ну, считай, быстрее съедаешь. Угу. Окей. В любом случае. Да. Еще тросты мне сделал. Да? А, ну. Теплица. Прям столько работы. Теперь тротуарную плитку надо, да? Да. Купить тротуарную, съездить плитку. Песок сеять. У нас сетка есть, песок сеять. Сетка там, да. И уже дальше насеять, двигаться. Там быстро сеять сетка-то. Продвижение. В общем, все. Завершаю влог. Ставьте, пожалуйста, лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. Всем пока-пока. Пока.